В Самаре введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 января. В этот период запрещено использование в помещениях открытого огня, пиротехники, световых эффектов с применением химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание. Также пройдут внеплановые проверки и профилактические мероприятия. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы для физических лиц 4 000 рублей, для юридических 400 000 рублей.